Мне подруга вчера говорила, шевелила пластмассовым ртом, как она одного полюбила. А в другого влюбилась потом. Говорила голосом хриплым, на губах обсыхал том-ям, а ресницы предательски липли к бровям. И рисованные, как с картины, брови дыбились от возмущения. Настоящие, где мужчины? Что не встретишь, одно сожаление. И ногтями цепляя слизь, от раковины отдирая, говорила про трудную жизнь, моллюска несчастно глотая. Губы дергались, я смотрел на фаянсово-белые зубы. И все думал, чего ж не удел, остаются другие губы. Почему не везет с мужиками? Настоящий мужчина тлен? Нет, не тлен. Но пластмассовый мания подойдет лишь пластмассовый кен. Слушай, такая... Я, по-моему, обливаю слезы наслаждения и гастрономической радостью. Такая вкуснота невозможная. Обосраться. Заказывайте поздравления, чтобы у меня было на новый супец. Для этого пишите в личные сообщения или в комментарии.